Очень рад видеть сегодня в зале в Москве. Мы сегодня хотим с вами со всеми поговорить про меры господдержки индустриальных парков, про вопросы финансовой поддержки, про субсидирование индустриальных парков по программе поддержки МСП, то, что реализуется в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. И хотим сегодня с вами поговорить и про вопросы про деньги, про подачу, про процедуру подачи заявок, про отбор проекта, как это устроено, как на сегодняшний день практика работает, чего нам ждать в будущем. Собственно, пригласили сегодня также наших коллег, кто лучше нас с вами немножко разбирается в вопросах проектирования и строительства, чтобы они нам тоже какие-то, может быть, вводные дали касательно того, на что надо обращать внимание при реализации строительных проектов, как Михаил, мы все-таки строим инфраструктуру, и не каждого из нас есть уже какой-то большой опыт реализации строительных проектов, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот на эти вещи нам сегодня тоже коллег попросили дать свою экспертизу, свой опыт. Мы таким образом сегодня построим нашу работу. У нас, к сожалению, буквально вот за последний час произошли изменения в программе. К сожалению, Олеся Тетерина, которая заявлена сегодня с выступлением, она приехать не сможет. И, к сожалению, сегодня ее вызвали на совещание в один из контрольных органов, собственно, по теме нашей программы, теме программы поддержки. И ее коллега Екатерина Постникова, она присоединится к нам ближе к концу нашей встречи, во второй половине, и готова будет рассказать, собственно, еще раз про программу Минэко и ответить на те вопросы, которые у нас сегодня возникнут. Поэтому мы сегодня начнем с тех таких содержательных, концептуальных вопросов касательно реализации проектов индустриальных парков, это подготовки документации, и большую часть вопросов и ответов нашим коллегам из министерства оставим на вторую половину. Дальше я бы хотел передать слово своему коллеге.